уже пошли установку делать. Там же, смотрите, газ вроде бы хороший, с виду все классно. Но прикиньте, в прошлый раз, когда я кинул его, он не разбился. Я вроде как начал для вас специально протирать пыльцу, Ольга. Поняли? И вот так вот его обугал я. Поняли? Но не так сильно, как сейчас. Тогда было прям дыр, тогда было бы прям, ну, царапинка. А тут, видите, чуть-чуть сильнее. И разбил. И видите, вот, и так несколько раз. И вот я понимаю, не делай добра, и не увидишь ты зла. Поняли? Ну вот так вот. Мы как бы раздолбали ваш таз. Простите нас. Но вам подарок. За место того, какого подарок. Ты что, магазин не настолько добрый дел. Вам вот этот таз побольше, короче. Сейчас ты...